В субботу в Хакасии день тишины, а уже в воскресенье единый день голосования. Избирательных кампаний сразу несколько. Во-первых, это выборы глав. Наиболее острая конкуренция в Аскисском районе, где действующий глава выдвигается на четвертый срок. А конкуренцию ему составляют еще 7 человек. Также решается судьба главного кресла в Орджоникидзевском и Багратском районах и в Сорске. Не меньше накал на дополнительных выборах в парламент. Своего депутата должны выбрать жители Абакана, Абазыса, Иногорска и Аскисского района. Для каждой из партий это принципиальный момент. От того, чей представитель победит на округе, может измениться расклад сил в Верховном Совете. Сейчас ни одна из фракций не имеет подавляющего большинства.